Сегодня я вам хочу показать, что кашпо для сада можно сделать из чего угодно. Вот лежала у меня такая непригодившаяся вещь для бедра. Вот. Ну и сейчас я вам покажу, какое кашпо можно сделать для сада из такой, кажется, совсем неподходящей вещи. Я развела жидкий цемент, прям, ну, почти как вода. И теперь у меня задача стоит, надо ее намочить. Сейчас я буду ее как-то поливать. Нужно ее как-то умудриться всю полить, чтобы она промокла. Теперь я отрезала от банки дно, и мне нужно ее так сделать. Так. Я не знаю, видно ли вам тут в тени, но вот так вот. Все. Сейчас. Буду все промазывать. Будущее кашпо высохло. И теперь мне нужно промазать изнутри. Вот эту штучку, ну, донышко вот это пластмассовое, от бутылки я там так и оставлю. Оно будет держаться, я в нем проделаю отверстие, чтобы сливалась лишняя вода. Ну и все, развела. Не буду промазывать. Везде, где достанут руки, я все это промажу. Ну, теперь нам надо как-то украсить. Поэтому я развела цемент. Жидкий. Ну, так. За серединку вот так крутим. Вот так. И вот такой импровизированный цветочек получился. Сейчас. Такой получился цветочек. Ну, грубоватый, конечно. Но это же цемент. И сейчас сделаю второй такой же. Опускаем вторую тряпочку. Вот так же. Неудобно ползет. Хорошо по-скользкому. Теперь я хочу сделать дно, подставку, не знаю, ну, под это кашпо. Для облегчения
я сейчас в цемент всыплю. Это у меня перемолотый пенопласт. Я его прокрутила через мясорубку. Я его туда высыплю. Пенопласт очень хорошо работает с цементом. Объем будет, а вес не такой тяжелый, как делать из цемента. Сейчас я его весь размешаю. Вот такая масса у меня получилась. Сейчас я ее вылью в бедро. Ну что же, высохло. Теперь мы будем покрывать все белой краской. Цемент перед тем, как красить, нужно покрывать белой краской, чтобы следующий слой краски, чтобы краска не пожухла, а сохранила свою яркость и свой цвет. Вот это все нужно прям покрасить. Все вокруг. И вот здесь, вот, чтобы было видно, чтобы не было страшным цветом. Вот что у меня получилось. Вот. Так, теперь дно. Оп. Не очень ровная, но ничего страшного. Ну вот сейчас я распределю вот этот цемент по верху этой подставки и поставлю кашпо на нее. Ну вот я ее поставила. Вот так заглажу. Ну все, и пусть сохнет. Сами цветы я покрасила вот такой эмаль металлик универсальная. А остальное пока не знаю. Крашу водоэмульсионкой фасадной с колером. Просто кисточкой. Потом нужно будет покрасить внутри, чтобы не было видно серого. Ну что же, кашпо готово. Я его покрасила. Вот такое. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем огромное за внимание!